Всем привет, ребята. Пошаговую ситуацию делать с фотографиями, ну, наверное, я не буду. Сейчас всем будет понятно. Я немножко подготовился к этому видео, чтобы не делать монтаж и все остальное. Вот, попросили мне сделать на КамАЗ. Конечно, попросили на 55-111 КамАЗ сделать ящик боковой. Но видел ошибку там на том, то, что делал. До меня какой-то художник или как творец, как назвать, как таких людей назвать. Он немножко сделал с ошибкой. То есть ту фотографию, которую мне предоставили, у КамАЗа на Вертлюге здесь стоял ящик, и крышка открывалась наверх. То есть ни у одного дальнобойщика я не видел, чтобы крышка вот эта металлическая открывалась наверх. Просто в противном, ну, в общем виде. Ее наверх не поднять, потому что она, ну, довольно-таки тяжелая. Это металлическая крышка, она очень увесистая. Во-вторых, она может сыграть по голове, когда он полезет туда за домкратом или еще за чем-то, за тросом. Она просто его закроет и перерубит. То есть мы будем делать крышку, открывающую вниз. Ее вниз проще опустить и проще закрыть ее. Так, ну, для этого нужно просто приступить и подготовиться. Нарезаем пластик вот такой, нам понадобится для этого вот пластик миллиметровый. Вот. Он идет в толщину борта вот этого. У кого есть поменьше, там кто-то использует, да, вот, от доширака, еще что-то я слышал таких умельцев. Вот. Кто-то из картона делает. Ради бога, ребята, ну, мне в кайф работать с таким пластиком. То есть для этого замеряем расстояние от опорника, который будет держать прицеп, до крыла. Между ними оставляем, то есть, ну, свободный ход. Впритык же тоже стоять не может здесь, поэтому здесь оставляем и здесь до отбойника, ой, до опорника, чтобы вот ни опорник не задевал коробку, ни брызговик, ой, вернее, ни крыло не упирались в эту коробочку нашу там, или в ящик, кто как называет. Вот, я приблизительно накинул. Тут получилось, ну, 5 сантиметров, да. И смотрите внимательно, здесь вот под прицепом есть вот эти ребра жесткости. То есть, когда будете ставить прицеп, не надо крышку, верхнюю часть ящика упирать вот так вот по бортам. Она будет криво, надо ставить ее ровно. Вот. Я уже приблизительно все разметил, так как у ящика 6 сторон. Из них 4 длинных, 2 коротких. Я вот сделал уже 4 пластинки, но остальные 2 будут в процессе сделаны. Вот. То есть будет выглядеть по тому, как мы ее сделаем. Вот. Петли на крышку будут сделаны простым способом. Я видел, ну, я и сам делал. То есть брал такую проволочку и накручивал ее на что-то тонкое, делал из нее спиральку такую, возможно, эту проволочку. Вот, получалась такая хрень, короче, закругленная. Где-то у меня в фотках есть, там полазьте, посмотрите, я видео вроде пилил. Вот, была петля, то есть в нее вставлялась проволочка. А, я делал борта на КамАЗ. Вот, сейчас я отошел от этого и пересмотрел это все, и вот подумал сделать вот так вот. Есть трубка от ушных палочек, то есть от нее надо будет отрезать какой-то кусочек небольшой, согнуть вот эту, это проволочка от скрепки. Вот. Кто хочет, тот чистит ее, кто не хочет, тот вставляет так. Вот. Если ее не чистить, она вот сюда заходит в аккурат, то есть немножко с люфтом, ну, правдоподобно будет открываться, не будет тормозить эта крышка. Вот. Отрезанный кусочек нужно будет просто согнуть по размеру, по такому, которому понадобится, ну, вам на усмотрение. Ну и все. Остальное все в процессе. А сейчас приступим к склейке самого ящика. Покраска, скорее всего, будет во второй 10-минутке. Почему по 10 минут? Ну, потому что я так, наверное, привык. Видео на YouTube заливается не очень быстро, поэтому работаем по 10 минут. Берем отсюда, у вас по-любому, когда врез будете, какая-то будет погрешность, да, неточность.
Какая-то дощечка, какая-то пластинка будет уже, какая-то будет шире. Цифруем. Вот. Не забываем о качестве. Вот. Поэтому делаем, держим вот так. И наименьшие две вылетает у нас. Наименьшие две это будет задняя и, скорее всего, крышка. А возможно и нет. Нет. Наименьшие две это будут у нас как раз верх и низ. Вот. И их приклеиваем, чтобы у нас общая высота получилась, то есть наименьшие, вот наименьшие, вот это наименьшее в правой руке у меня, это будет стенка, вот, да, или нет, так, вру, это будет потолок нашего ящика, и такая же будет на днище, то есть вот она маленькая у меня, уже немножко, она не намного уже, неровный спил или еще что-то я, вот. Поэтому приступим сразу к проклейке. Клей обычным клеем везде продается. Супер клей этот. Ничего не зачищаю, пластик. Все закрасится потом. Клея много не вклеиваем. Конечно, сейчас тут начнут умники мне писать. Надо все это по уровню делать. Это надо все с углами точными. Ни хрена ничего не надо, ее, видать, не будет его покрасить. Она все ровно, вот, уже приклеилась она. Так, мы приклеили это, как говорил, это будет днище, да? Это задняя крышка от этого. Это верх получается. И приклеиваем днище сюда. Вот так же, во внутреннюю часть крышки этой. Вот. Торопимся. Это сделать ящик по дешману за, не знаю, из хлама всякого. Будет очень красиво смотреться при окончании работы. Ну и очень быстро. Это не составит никакого труда. То есть это будет все, не знаю, ну, плане, наверное, минут 30 займет у вас всего. Вот, из-за того, что он херово приклеивается, пластик. Да. Ну как херово приклеивается? Нормально он приклеивается, просто у меня я немножко рукожоп. Где-то надо было подождать. Не получилось. Поэтому тороплюсь, чтобы видос получился как менее короче. Вот. Теперь замеряем вот эту высоту и отрезаем. Ну не высоту, а длину. И отрезаем боковые крышки, которые закроют ящик наш. Да? Вот она закрывает приблизительно. Это у меня было отрезано, как я говорил. Вот. И здесь также боковую закрываем. Метим ручкой сразу все это. Скорее всего, не уложусь в видосе в одном. Вот он. Где-то так приблизительно. И от нее. Не бойтесь делать с запасом, то есть если у вас там пластик все это торчать будет, это все это шлифуется, как бы не переживайте. А пластик лишний всегда можно отрезать. Главное, лишний если получится, лишний это не недостаток. Это вот с недостатком вам придется повозиться там или отклеить или еще чего-то. А лишнее это всегда можно срезать и убрать. Вот сейчас не видно немножко за камерой, но я отрезаю его размер. То есть то, что я отмерил, чтобы получились боковые две крышечки. Режу обычным ножом, канцелярским. Как это уже, наверное, тоже было не один раз показано. Пластиком вообще проблем нет работать вот с этим. Он и ломается очень хорошо, и гнется, и можно и согнуть его, вот так он поддается. Как бы. Все, теперь замеряем вот так вот, представляем. Вот, получился ящичек, да, почти. Ну, остальное, наверное, во второй части запилю сейчас же. И выкину тоже. Не расходимся никуда. Надо как-то застримить, скорее всего, показать вживую, как это все делаю. Вам сказать то, что с собой взять. Вот.
Оп, и крышечку приклеили боковую. Да. Вот. Ладно, остальное во второй части. Сейчас будем приклеивать вторую часть и дорабатывать крышку.